Здравствуйте, господа! Сегодня опять с вами на связи Майкл Лившиц. Сегодня у меня уже отличное настроение. У нас все идет вперед. Компания растет, исправляет свои проблемы, решает ошибки. И сегодня я вам хочу дать кое-какую информацию и, может быть, небольшую тренировку. Господа, у меня к вам большая просьба. Во-первых, я обращаю внимание, что очень много людей, которые мне задают вопросы, и из их вопросов я вижу, что они не имеют никакого представления вообще, куда они попали и что происходит. Господа, если вы подписываете человека в бизнес, это ваш партнер. Вы обязаны ему помогать, особенно в начале, особенно первые 90 дней. Потому что если вы думаете, что вы приведете 1000 человек, и это все будет делаться самим собой, это вы очень глубоко ошибаетесь, вы так бизнес никогда не построите, потому что все от вас разбегутся. С людьми надо работать. Нашу группу на Facebook я создал для одного, по одной лишь причине. Она мне, эта группа, совершенно не нужна. Я знаю, что делать. Эту группу я создал для вас, чтобы вы получали информацию, и эту информацию передавали в свои группы, чтобы все люди знали, что происходит в компании. Запомните, господа, люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. И если вы начнете все делать правильно с самого начала, вот тогда у вас и будет рост в группе, и не будет никакого бардака. Я знаю, что на сегодняшний день во многих регионах, особенно на территории СНГ и в Европе, закрыто и нельзя проходить ролики. О причине уже много раз говорилось. Одна из самых главных причин – экономия трафика. Господа, я еще раз повторяю, экономию трафика использовать нельзя. Нельзя использовать никаких программ, которые меняют ваши IP-адреса. И многие люди уже получили письма из компании с предупреждением. Вы должны понять одну простую вещь. Когда рекламодатель дает нам или покупает у нас наш сервис, за который нам и будут платить деньги, они заказывают, как говорится, музыку. Например, они хотят, чтобы в Казахстане люди смотрели их рекламы. Ни на Украине, ни в России, ни в Америке, ни в Европе, в Казахстане. Или, например, вы живете на Украине, или вы живете в России, вы выходите на свои ролики, они хотят знать, чтоб, как вы смотрите эти ролики. А когда человек меняет IP с этими всеми трафиками, с этими всякими экономией трафика, то живя, например, в том же самом Казахстане, на Украине, в России или в любом регионе республик СНГ, то им пока вам показывает, рекламодатель видит, что это просматривается в Америке. И когда они начинают анализировать перед тем, как проплатить, и они это видят, им такая реклама совершенно не нужна. Это была одна из причин, из-за которого всем заморозили аккаунты. То есть вы не можете кликать на свои ролики. Вы же понимаете, господа, я вам говорил об этом уже раньше, что, конечно, компания заинтересована в людей. На этом и построен весь бизнес. Но она не заинтересована в мошенничестве. И закрывать такие аккаунты будут даже не будут задавать вопросы. На сегодняшний день я считаю, что многим из вас повезло, потому что вам прислали письмо с предупреждением. Это значит, что в следующий раз без предупреждения ваш аккаунт закроют. И если под вами есть 1000 людей, это все пропадет. И что бы вы делать не делали, вам никто не поможет. Даже не пишите мне письма, потому что это тоже, к сожалению, от меня не зависит. Из-за мошенничества... А оплата будет очень суровая. Наказание я имею в виду. Поэтому, господа, расширение, экономия трафика делать не разрешается. Нельзя делать ничего то, что будет менять ваш IP-адрес, если вы это делаете сами.
Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому очень-очень внимательно. У нас, там, где я живу в Филадельфии, работа происходит, все нормально, все работает. Сейчас, конечно, работает не с такой большой нагрузкой, все уже знают почему. Но, как видите, все равно у нас вот сейчас в Америке 9 утра, и уже 368 752 страницы рекламы были просмотрены. Поэтому работа идет, и это все будет улучшаться. И скоро мы опять вернемся к такому моменту, когда у нас люди будут в день просматривать 6-12 миллионов страниц. Но опять-таки, как это все будет сделано быстро, это все зависит, господа, от вас. Сейчас я зайду к себе в бэк-офис, я хочу в свой кабинет, и я хочу вам показать один момент. Когда вы заходите на первую страницу, вы видите, у вас здесь есть апдейт. Вот здесь. Вот он, апдейт. Если вы нажмете на этот апдейт, то вам откроется вся новая информация, которая приходит к вам в кабинет. Поэтому не задавайте вопросы, почему не приходит по электронной почте, не жалуйтесь. Все к вам приходит в кабинет. Или там, где у вас написано Message Center, или там, где написано апдейт. И вот сейчас про этот апдейт мы и поговорим. Я закрою свой экран, в смысле браузер. Я вот скопировал это все. Здесь немножко крупнее цифры, и я буду вам показывать и рассказывать. Господа, я хочу, чтобы вы еще обратили на один вариант, что ли, на одну возможность. Ну, я не знаю даже, как это правильно сказать по-русски. Очень тяжело переводить с одного иностранного языка на другой, особенно с английского на русский. Потому что английский язык, предложение составляется совсем по-другому. Есть слова, которые на русском языке, которых не существует на английском, и наоборот. И когда, например, переводишь, особенно если вы используете переводчики, такие как Google, они переводят дословно, и обычно это получается абракадабра. Или они не могут иногда, некоторые слова они переводят неправильно, потому что таких слов в русском языке не существует, и наоборот. И когда вы переводите, я смотрю, люди переводят и пытаются читать, вы совершенно теряете смысл. И поэтому 99% перевод неправильный, и у вас появляется мнение неправильное, и вы с этим мнением начинаете расхаживать по всеми чатам, и его высказывать, и получается, вы выглядите очень глупо, потому что вы высказываете мнение о том, о чем вы совершенно ничего не знаете. Перевод должен быть всегда профессиональный. Я живу в Америке почти 37 лет, и я, в принципе, хорошо читаю и хорошо говорю по-английски, но я не профессиональный переводчик. И иногда, когда я перевожу, во мне это тоже тяжело переводить. Я это понимаю, но не всегда не могу высказать это, то, что я понимаю, русскими словами, потому что некоторых слов не существует. И поэтому я пытаюсь переводить вам своими словами. Не дословный перевод, а своими словами. Но так как я сказал, я просто повторю, я не профессиональный переводчик, поэтому извините меня за перевод, перевожу как умею. Вчера пришло нам письмо, которое, в принципе, объясняет вот нашу stage 3, ступень третью. Помните, что у нас была ступень 1, 2, сейчас 21 сентября началась ступень 3, которая будет продолжаться 90 дней, и в конце последняя будет ступень 4, во время четвертой ступени все уже будет работать отлично. Господа, многие жалуются, что им не было дана вся информация, из-за этого они много чего не понимают, не знают. Информация есть вся. Если кто-нибудь из вас понимает по-английски, если вы зайдете в кабинет и прочитаете там, где я только что вам сказал, все письма с первого дня, то вы увидите, что это все, что происходит на сегодняшний день, все объяснялось. Может быть, я не рассказал вам и не перевел все письма. Приношу свои извинения, но, к сожалению, у меня просто на это уже не хватает времени. И благодаря тому, какую
и некоторые люди высказывают свой негатив, меня это просто, честно говоря, чисто по-человечески бесило, и я вам скажу честно, минимум 2 раза в день я хочу на все плюнуть, отключить свою Facebook, отключить свой Skype и забыть вообще про все русскоязычных партнеров. Я могу строить свой бизнес без русскоязычных. Я это не говорю к вам в упрек. Я хочу, чтобы вы поняли, господа, я сам приехал с бывшего Советского Союза. Я был воспитан так же, как и вы. И я был такой же, как и вы. И я никогда не забуду, откуда я приехал. Даже моя дочка, которой уже 31 год, она доктор наук, она родилась в Америке. И она хорошо говорит по-русски, потому что я не хочу, чтобы она... Я хочу, чтобы она знала, откуда приехали ее родители и кто мы такие. Поэтому в душе мы все русскоязычные. Поэтому не судите меня строго. Но есть вещи, просто иногда меня это начинает действовать сильно на нервы, когда я хочу помочь вам, а мне начинает, как говорится, плевок в лицо. И поэтому мне это иногда неприятно, и, как я сказал уже, наверное, минимум раза два в день я хочу все это прекратить. Но все равно я стою с вами и ничего не прекращаю, и помогаю, потому что я знаю, что не все такие. Основная масса людей – это действительно люди, которые хотят заработать деньги и хотят поменять свое финансовое будущее, изменить свое полное положение. Я вас понимаю, потому что я сам был в таком же положении, и тоже когда-то мне кто-то помог. Поэтому еще раз скажу такую вещь, господа. Я прошу вас помочь мне, чтобы я мог помочь вам. Значит, а теперь давайте вернемся к нашему бизнесу. Это письмо, которое мы получили за 25 октября, за вчерашний день. И здесь опять описывается все о нашей третьей stage 3, что происходит. Здесь, где уже будет происходить калькуляция всего бизнеса, что мы проделали за этот момент, и когда будут конкретные оплаты, за что, зачем и почему, чтобы больше люди не говорили, а когда же нам будут платить. Значит, как говорилось раньше, stage номер 3, она продлится 90 дней, и она началась 21 сентября. И поэтому она закончится где-то в середине декабря. Вообще у нас в компании будет 4 строительных stage. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Я пытаюсь читать и сразу вам переводить. Опять-таки, перевод это я делаю не дословный. Я говорю вам своими словами и стараюсь сказать самое важное. Когда началась наша первая стейдж, которая прошла 30 дней, потом вторая стейдж, которая была 40 дней, в принципе, все прошло очень хорошо, на высоком уровне, и компания выполнила тот план, она сделала то, что она хотела сделать, и намного больше. И даже на сегодняшний день, когда идет третья стейдж со всеми нашими проблемами, чтобы вы знали, что все идет как положено, как и должно было быть при открытии компании, и даже если вы хоть и видите проблемы, и, к сожалению, очень много проблем из-за нашей, по нашей причине, не буду больше возвращаться, вы уже поняли почему, из-за того, что люди используют экономию трафика. Но во всяком случае, у нас 100% success. Success – это компания, все, что задумала, сделала на отлично. Мы сейчас даже еще не прошли первые 30 дней нашей третьей стейдж, которая запланирована на 90 дней, и все равно все идет как задумано, и все идет без проблем, за исключением то, что проходит сейчас, и опять-таки мы сами в этом виноваты. Но с этим разберется компания, и все опять станет на свои места. У нас в компании будет 2 отдела, или как это пишется по-английски, 2 divisions of THW Global, то есть 2 отдела. Отдел номер 1.
Отдел номер один, за чего он отвечает? Программирование наших всех сервисов, продукты, которые будут поступать напрямую от компании к нам, то есть партнерам. Отдел номер два, это тоже будет уже программа, программинг, сервисы и продукты, которые будут уже идти, как здесь пишется, от третьего пари vendor companies. То есть отдел номер два, это когда уже все, что связано с программами, программинг, сервисы, которые мы будем делать, на это ролики и так далее и тому подобное, и разные продукты, физические продукты, и разные продукты, как e-learning продукты, которые будут приходить к нам конкретно от других компаний. И от компаний, которые имеют речь, это все компании, которые минимум 10 лет в бизнесе, и компании с сотнями миллионов долларов доходов. Поэтому это все будет очень крупные компании. На сегодняшний день наш отдел номер один полностью запущен. Это значит, у нас есть уже наши программы, то есть ролики, которые мы смотрим в тех регионах, где это опять-таки запустили. Если в вашем регионе не запущено, просто наберитесь терпения, ждите. Над этим идет работа в полный рост 24 часа в сутки. И те программы, которые уже есть, то есть e-learning система, это где надо платить $10 в месяц, и программа, где люди могут стать certified, это программа именно от компании THW Global, это поэтому это отдел номер один. Следующее. Ну, здесь просто объясняет все, что происходит в кабинете. Это в основном мы знаем. Вот самое главное, значит, насчет платежек. Уже запущена Payza. И вы уже знаете, во всяком случае, должны знать, что можно уже заходить в наш кабинет и использовать Payza для проплаты продукта или e-learning продукта, или продукт, как люди, которые хотят пройти сертификацию. Это уже все проплачено. Хочу заранее еще раз сказать, господа, особенно для тех, которые не слышат, что я говорю, проплачивать за продукт не обязательно. Вы всегда сможете зарабатывать без какого-либо риска, без какой-либо оплаты. Когда все будет работать, вы просто, каждый смаж может зайти в бизнес, набрать сначала бесплатно 10 часов, это правило компании, оно было, есть и всегда будет, и после того, как вы набираете эти 10 часов, вы сможете просматривать ролики и рекламы, и вам будут за это платить раз в месяц, то есть 24 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Те люди, которые хотят зарабатывать больше денег, это те люди, которые смогут участвовать в тех платежках, которые существуют, в смысле в тех покупках. В настоящий момент вы можете проплатить, чтобы не потерять свою суперногу, $30, то есть за 3 месяца сразу. Во всяком случае, я считаю, $30, если кто-то из вас боится это проплатить, если вы не хотите это делать, просто не хотите, я это понимаю. Но если вы хотите и вы боитесь, значит, вы не в правильном бизнесе, потому что я не считаю, что $30 инвестиция в ваше будущее – такие большие деньги. Но опять-таки, вы это можете сделать сами и решить только сами. И если вы это не делаете, я вас в этом не обвиняю. Я просто высказываю свое мнение. Следующая оплата системы, которая появится буквально на днях, она называется PayUp. И iPayout. PayUp. Это очень хорошая система, потому что перевод денег в ней будет стоить всего лишь 10 центов. И она будет также, через нее вы сможете проплачивать биткоинс. Я знаю, что многие из вас уже много об этом спрашивали,
И вот эта система должна быть запущена на днях, PayUp, через которую вы сможете использовать биткоины. Плюс на днях будут запущены виртуальные банки, через которые вы сможете использовать MasterCard, Debit Card или любые Debit Card, которые существуют. И через эти системы вы сможете проплачивать, и через эти системы вам будут оплачивать за вашу работу. Поэтому это все появится в нашей степени номер 3, и это все появится уже должно появиться уже на днях. А насчет PowerLeg, опять-таки, система PowerLeg – это система e-learning, которая стоит $10. Здесь это просто они повторяют то, что они уже говорили много раз. И если человек проплачет за это до 2 ноября. Хочу, кстати, сказать, господа, что десятки тысяч людей уже проплатили. Уже очень много людей проплатили вот эти $30 за 3 месяца. Если человек пришел, особенно я знаю пожилые люди, если у вас нет денег, и я понимаю, для многих людей $30 это большие деньги, ничего страшного. Помните, что я говорил раньше? Вот опять-таки, просто освежите свою голову и внимательно прислушайтесь, кто к чему я сейчас скажу. Каждый из вас сможет прийти в компанию бесплатно. Допустим, вы хотите за все проплатить то, что вам предлагают, но у вас нету денег. Я понимаю. Это нормально. Поэтому вы и пришли сюда, чтобы заработать. Вы пришли бесплатно. Вы отработали месяц. Через месяц вы получили деньги. Если вы заработали $10 первые, или как только вы заработали деньги, я считаю, что свои первые $10, или в данном случае $30, вы должны проплатить вот за этот продукт e-learning. Это классный продукт, который вам очень поможет. Я хочу вам сейчас что-то показать, я немножко отвлекаюсь. Поэтому извините, надеюсь, что страничка откроется быстро, потому что иногда она таки заедает. Я это прекрасно понимаю. Но я вам хочу сейчас быстро показать еще одну вещь, потому что я проплатил e-learning. Вот смотрите, какие продукты нам выкинули. Значит, здесь мне выкинули тренировка, как пользоваться Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. За 2007, 2010 и 2013 год, значит, это 3 экземпляра. И здесь то же самое, за 2007, 2010 и 2013 год, тоже 3 экземпляра. Это очень интересная информация, господа. Это очень интересная информация. И здесь особенно люди, которым нужно работать с этими программами, все описывается и все рассказывается. Все, что нужно для того, чтобы вы знали, как этим всем пользоваться. Окей? И все это будет переводиться на русский язык. И вы только получите очень много пользы. Каждый месяц вы будете получать новую информацию, новые тренировки о новых программах на вашем компьютере. И вы сможете учиться этому. Вы получите большую пользу. Вам не надо будет больше покупать книжки, как работать с той или иной программой. Поверьте моему опыту, господа, это вам поможет и принесет очень большую пользу. И каждый месяц вы будете получать новую и новую информацию. И поверьте мне, это стоит намного больше, чем $10. Еще раз я повторю насчет PowerLeg. Я, конечно, понимаю, что все хотят остаться в PowerLeg, те, кто понимает, что это такое. Но даже если по какой-то причине у вас это не получилось, все равно не отчаивайтесь. Каждый месяц у нас будет 31 числа или последний день каждого месяца
будет перестраиваться наша power leg или супернога. Что это значит? Что все те люди, которые не оплатили, они все уйдут вниз. Вы не потеряете свои структуры. Вы просто будете внизу под теми людьми, которых вы сами никогда не приводили. Вы все уйдете вниз. Но даже если следующий месяц начнется с первого дня, а у нас в компанию подписывается тысячи людей каждый день, и эта цифра будет только увеличиваться, то даже если вы подписались, даже если вы проплатили в следующий месяц, то через день под вами уже будут тысячи людей. Поэтому просто, чтобы вы не отчаивались, если вы хотите проплатить, но по какой-то причине у вас не получается. Я надеюсь, что вот эти новые платежки откроются до 2 ноября. В принципе, уже сегодня 26 ноября, и это уже осталось не так где-то 7 дней, не так много дней, но или сколько, 6 дней. Но если это появится, вы сможете проплатить, но если нет, не отчаивайтесь. Когда в компании будет 3 миллиона человек, то сразу будет запущен бинар. Тогда все мы сможем начать строить вторую ногу. И вот тут начнется самое интересное, потому что за это мы тоже начнем получать комиссионы. Это все будет отдельное, и все люди будут я думаю, что будет какая-то определенная квалификация, и для этого нужно будет купить какой-то продукт. Это чисто я пока высказываю свое мнение, но каждый из нас начнет получать еще деньги. И, господа, я хочу, чтобы вы заметили одну вещь. Что такое бинар? Я не буду сейчас подробно объяснять. Я знаю, что многие из вас, кто не новичок в сетевом бизнесе, прекрасно знает, что такое бинар и какую он имеет силу. Но я вам скажу одну вещь. На сегодняшний день где-то насчитывается более 60 тысяч сетевых компаний. И новые компании где-то открываются, от 3 до 5 тысяч новых компаний открывается каждый месяц. И только где-то из них 60 компаний, плюс-минус, которые торгуют 100 миллионов долларов в год и больше. И где-то 18 компаний, которые торгуют миллиард долларов в год и больше. В основном, это американские компании, потому что здесь сетевой бизнес уже существует с середины 50-х годов. Здесь менталитет людей немножко на другом уровне, я считаю, немножко на высшем уровне. Не значит, что они умнее вас. Нет, я не это имею в виду. Но просто менталитет отношения людей к бизнесу здесь, в Америке, немножко другой. Я бы сказал, в лучшую сторону. И, конечно, здесь большинство этих компаний находится на этой земле. И 80% этих всех компаний, 80% этих всех компаний, это те компании, которые имеют маркетинг бинар. Это говорит о том, что при бинаре всегда идет очень большой рост. В будущем, может быть, я буду делать тренировки, не может быть, я точно и буду показывать, особенно тем людям, которые не могут понять до сих пор, что такое бинар и как они, какую пользу они от него получат. Я буду рассказывать это и делать тренировки, у вас будет больше понятия. Пока просто хочу сказать, что это очень-очень хороший вариант. Окей, дальше по письму. Здесь очень много повторения, то, что я уже вам рассказал. Поэтому я буду пропускать. Это значит, из отдела номер один больше новостей придет. И одно из них, то, что я уже сказал, это значит, будет Pay System, Payza уже запущена. PayUp идет. И, как я сказал, уже в PayUp будет перевод денег ваш в обои стороны будет всего лишь стоить где-то 10 центов. Поэтому это будут очень дешевые переводы. И многие из вас знают, сколько процентов забирают та же самая PayPal, та же самая Payza. И многие эти кошельки, они все забирают большие деньги. Но PayUp будет забирать только 10 центов, потому что когда вы сможете работать с биткоинами. Значит,
Все, что я только что до этого момента вам говорил, это все было обязательство, всю эту информацию и действия, это все было обязательство самих партнеров компании THW Global. Теперь я дам кое-какую информацию, которая уже зависит от нашей компании, не от нас. Это на чем сейчас компания работает в отделе номер два. Значит, в отделе номер два сейчас компания работает на приводе, и в настоящий момент идут уже переговоры с несколькими компаниями, которые минимум 10 лет в бизнесе и минимум 100 миллионов долларов доход компании. Поэтому вы понимаете, что это все большие компании. Одна компания, они ведут переговоры, которые именно отвечают за видеоплеер, за видеоплеер-сервис. Когда вы смотрите ролики, именно эта компания отвечает именно за это, за видеоролики. Вторая компания, с которой ведутся переговоры, это тоже компания, которая более 10 лет в бизнесе и 100 миллионов доход компании. Это компания, которая идет за контент. Это, я не знаю, как это про видеоконтент. Это она отвечает конкретно, какие ролики будут мы будем видеть. Каждая компания и все это вместе отвечает за определенную функцию в нашем кабинете, когда мы будем просматривать рекламы. Это не просто пришла одна компания, и с одной компанией мы имеем дело. Это участвует в этом несколько компаний. Поэтому и от этого и будет зависеть будущий наш доход, и, естественно, как это все будет работать. Наша компания ведет переговоры не с одной, а с несколькими рекламными компаниями. Видите, video advertisement, outside video advertisement. Это, значит, снаружные компании, которые будут рекламировать снаружи. Вы помните, я объяснял раньше, есть внутренняя реклама, которую будут делать сами наши партнеры, которые прошли сертификацию, и снаружная реклама – это те компании, которые мы берем на работу, то есть мы, которые берем, они нам платят за свой сервис. Поэтому наша компания уже ведет переговоры с большим количеством, я не знаю точное количество, но это больше, чем несколько компаний. В основном эти все компании, которые уже более 10 лет в бизнесе и более 100 миллионов долларов доходы компании. Это они ведут с ними переговоры, чтобы продать наши услуги. И это все видеорекламы, потом есть дисплей рекламы. Я не могу вам объяснить по-русски конкретно, какая разница между видео и дисплей. Но просто, чтобы вы поняли, что опять-таки здесь будут участвовать несколько рекламодателей, и каждый рекламодатель будет нам платить за определенную работу. И я подчеркиваю, в основном все это те компании, которые минимум 10 лет в бизнесе и более 100 миллионов долларов доход. Так что это все крупные компании. И еще одна, Bandwidth Vendors. Это я тоже не знаю, как перевести по-русски, потому что такого слова нету в русском языке. А как это называется, я, честно говоря, не знаю. Может быть, кто-нибудь из вас знает и подскажет, но опять-таки я просто подчеркиваю, что в компании будет много рекламодателей на разные случаи жизни, каждый будет отвечать за определенный сервис, который мы будем делать, и за это нам будут платить. Самое главное, господа, чтобы вы поняли, это большое количество рекламодателей, это каждая компания минимум 10 лет в бизнесе, и 100 миллионов оборот 100 миллионов доход компании. Поэтому, чтобы вы знали, что это все очень большие компании. И как только начнется ступень третья, которая должна начаться в середине декабря или к концу декабря, это тогда, когда все начнет работать без проблем. Значит, November 2, ноябрь 2, на 2 ноября заканчивается вот этот Power Leg бонус. В смысле, что значит заканчивается? И для того, чтобы кто из вас хочет, это чисто по вашему желанию, не потерять свою супер ногу, вы должны проплатить $30
за 3 месяца за ваш продукт e-commerce $30. Все, кто до 2 ноября это не сделают, то к концу месяца вы все пойдете вниз. Все люди, вы помните, что все те люди, которые будут платить $10 в месяц, будут также получать бонус от своей, всей своей группы на 10 уровнях, от тех людей, которые тоже получили, проплатили $10. Вы будете получать от каждого человека по 50 центов. От всей этой группы, которая находится под вас, на ваших 10 уровнях. И первая проплата этого бонуса будет 4 ноября. Все те люди, которые хотят проплатить certification и хотят успеть проплатить 50%, то есть не $1000, а там $500 с чем-то, я уже не помню точно. Вы тоже, если вы проплатите до 2 ноября, вы получите еще 50%. Но только до 2 ноября. Опять-таки, это делать не обязательно. Все те люди, которые проплатили квалификацию за certification. И если в вашей группе на 10 уровнях есть тоже такие люди, то вы тоже получите свою первую комиссионную 4 ноября. Все те люди, которые проплатили за сертификацию, также получат кодовый бонус 4 ноября. Что такое кодовый бонус? Если у вас есть группа на 10 уровней, то также у вас есть люди и на 11 уровне, на 12, на 13, 14 и так далее и тому подобное. И вы ему даже не знаете, сколько у вас людей есть ниже вашего 10 уровня. Я знаю, что у нас есть люди в группе, которые имеют на 10 уровне 1000 людей. Значит, вы сможете получить coded бонус от всех тех людей, которые уже находятся ниже 10 пула. Если я не ошибаюсь, даже до 70 уровня. Но только в том случае, если вы тоже проплатили этот certified бонус. И первая плата 4 ноября. Все те люди, которые просто смотрели бесплатные ролики, кто смотрели раньше, которые начали смотреть с 21 сентября. Это имеется в виду, что вы посмотрели первые 10 часов бесплатно. Но все те люди, которые честным путем, я подчеркиваю, просмотрели 10 с 21 сентября ролики и рекламы до 31 октября, первая оплата вам будет 24 ноября. Я подчеркиваю, 24 ноября. И эта оплата будет проходить раз в месяц. Все остальные оплаты будут проходить раз в неделю. Вот это, в принципе, все то, с чем я хотел сегодня поделиться. Господа, новая информация сейчас будет поступать очень часто. И ее будет очень много. Следите за информацией. Еще я хочу вас предупредить, что суббота и воскресенье вы можете работать и кликать на ролики, и смотреть рекламу, если у вас это запущено в вашем регионе. Но сама компания в субботу и воскресенье не работает. В Америке субботу и воскресенье выходной день. Поэтому, когда вам что-то говорят в пятницу, что информация будет через 48 часов, это имеется в виду не суббота и не воскресенье, это имеется в виду понедельник, вторник, а в среду выходит новая информация. Поэтому, чтобы не задавали глупых вопросов, где информация. И даже если произошла задержка по какой-то причине, ничего страшного нету. Не прицепляйтесь к словам, господа. Если появилось в бэк-офисе или в вашем кабинете письмо, пожалуйста, не паникуйте. Когда у меня будет время, когда я буду дома, я сделаю такую же запись и постараюсь своими словами объяснить. Во всяком случае, самое важное, что я считаю, что было написано в этом письме.
Я вам всем обязаюсь помочь, и я своих от слов не отказываюсь. Но, как я вам сказал в самом начале, господа, пожалуйста, помогите мне помочь вам. Когда в прошлом, как я назвал, резком письме, записи, которые на ролике, который я сделал, я вам сказал, что в феврале многих из вас ваша финансовая жизнь изменится, я не имел в виду, что в феврале вы только начнете работать, получать деньги. Поэтому, господа, не пытайтесь искать смысл, которого не существует. Я имел в виду, что заплатить нам начнут не многим с 4 ноября, а основное с 24 ноября. И потом будет еще проплата идти и в декабре, и в январе. Просто к февралю месяца все уже будет на таком уровне, что многие, у кого есть группы сегодня, произойдет очень большой взрыв. И вот тогда только и начнется самое интересное. Все, господа, большое вам всем спасибо за внимание и до скорых встреч. До свидания.